молодец. Класс. Дверь убежал. Убегал? Он как будто достигал меня, он как будто стоял на меня своей нации. И победы! Отжимаем! Встал. Неужто поедет? Поехал! Обалдеть! Вопрос следующего характера. Вам нравится? Да! Я не обманул, что будет много драйва. И в этот пилот АС, водитель или летун, я не знаю, как это будут расставлены нашим здоровяком. Будут наказаны. Мамы и кто? Нифига себе! Аплодисменты!
Обалдеть! Специально для города «Держись». Громче, 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 громче! А ну что, кто у нас фильм? Еще раз, все вместе! Свиничку! Свиничка, вы в исполнении нашего парня. Как вы летели от него, не так легко. Ну вот, объезжать фишки гораздо сложнее. И у него все получилось. А почему? Потому что он красавчик, но мы на этом не... Да, и сейчас все сложнее. Так, я? Это же пиво! Я не буду. А вы почему за мной пьяный, объясните? Вы почему пьяный за рулем? Не пьяный? А это утренняя амбре, да, легкая? Ну что ж, я договорюсь, выезжайте! Я за здоровый образ жизни. Выезжайте, вас встретят, накормят, уложат. Я прошу прощения, но он видит свои интересы, я хотел бы с тобой принять меры. Ничего себе! Кто рисует, разворачивается. О, я так и знал, срочно отказывается от погоды. Рисует. Я его отпустил, да? Да. Так. А, он с той стороны, да что встанет? Все надо пойдем. Нет, подожди, они вот там, вот там, вот там, бред. Лёш. Гаишники вот там. Блин, не видно. Ты посмотри, еще сада? Он еще на двух колесах сзади. Смотри на двух колесах. Обалдеть. Дамы и господа, вашему вниманию, задоходный двухколесный автомобиль. Обалдеть. Да что ли? Ай, так медленно, блядь. На переклад, иначе удачи не видать. Вытаскивай его. Поймали. Я проверьте его на контроле. Это отвратительно, его разило. В смысле, дыхни? Я говорю, тест на алкоголь. Шапку. Это тест на Советского Союза. Я говорю, нормальный тест на алкоголь. Естественно, на руке на алкоголь. Снега на двух колесах. Отлично. Один, прекрасно, браво. Слушай, я думаю, а категорию уже нужно давать словочку. Я думаю, он должен давать категорию. Да, в принципе, я согласен. Ну а что? 152-й рекорд, пожалуйста, уберите автомобиль. Обалдеть! Ну и говорите, поднимай тебе! Не будешь пьяным ездить за рулем! Не поедем! Роли за руки говорите! Юрий Соловьев! А так, не осветы! Пилот двухколесных Сергей Кочурга! Это мы не остановимся! Конечно, метров у нас теперь, дамы и господа, 20 сегодня 3. Специально... Вообще незаметно. Специально 3 метра между мольцами. Выставляем. Стой. Дыхание. Затая. Стой. Немножечко тишины. 3 метра все-таки расстояние. Я даже... Где они? А, он там стоит, смотри. Это 2 метра сбежаться. А тут это, все это контроль тут. Ну, пока не лицом я долечу. Едет. Долетит. Класс, сейчас бы. Я снимаю. Обалдеть. Что это за люди? Давайте поаплодируем нашим девчатам. Вашим девчатам смелым. Вот А этот бордюр проехал, смотри. Он пропускал. Сядь. Второй автомобиль. И... Ваши лошадки! И
Вова, ты же мастяк хочешь. Опа! Приземлились хорошо. Все с телефонами. Селфи делают, наверное, да? Поаплодируй. Класс. Я уже богом еду. Ну, ездить легко. А вот с пилотом, особенно, который еще не совсем адекватен. Очень тяжело. По вашему вниманию, Андрей Волченко, Юрий Соловьев. Бога говорится, вы видите красиво. И поехали! Аплодисменты! Давайте пошли! Дальше шума! Сейчас еще раз смотри. У нее не получилось первый раз. О, что это было? Ай, свой шутник, не переживай. Но я не смотрел скрично, а судя граничный уровень. Потом покажут, а если понимаете, ты так не будешь, что ли, вообще? Аплодисменты! Они подошли. Браво, прекрасно! И на крыше воскрес отлично! Наши бравые костюмеры! Браво! Итак, внимание!